Всем привет, YouTube, привет. Продолжение эпопеи с пробойниками. Когда работаешь, не всегда получается аккуратно и красиво. Получается вот такая красота. В кавычках, конечно, красота. И чтобы вот так попытаться под шагрень уйти, вот, надо это дело разбивать. Вот. Почему? Потому что некрасиво. Это по меньшей мере. Что я сделал? Есть насадочки под пробойники. Одеваются. Ну, вот, и такие в том числе. Наделал вот таких вот. Сейчас я их сюда выставлю. Поснимаю получше. Вот такие вот пробойнички из металла, из нержавейки. Вот небольшая сфера тут присутствует, вот этот вообще более острый. Иногда при неаккуратном или если на горячую работаешь, вот этот вот пробойник начинает следить. Это тоже не есть хорошо. И вот как бы у меня есть побольше, поменьше, и я решил сделать средний. Ну и вот очередной шедевр в кавычках из-под станка вышел, взял, сделал еще одну насадочку, но я уже видео показывал. Нарезаем вот такой штукой резьбу с обратной стороны, вот, и точим пулю. В итоге получился вот такой наборчик. Сейчас резкость наведется. Вот это совсем острый. Как раз вот не хватало мне вот такого размерчика. Ну, я решил. Окончания все, конечно, заполированы. Сначала шкурками до 1500. А потом уже полиролькой. Красота не самое главное, а самое главное, чтобы было удобно работать. Потому что, еще раз повторюсь, иногда вот такие вот пластиковые наконечнички на пробойнике, они не всегда как бы обладают нужной жесткостью. Вот для этого я решил и наделать металлических. Пробойников там много всяких, но опять же я еще раз повторюсь, на вот таких мелких дефектах иногда удается. Понятно, что шагрень заводскую повторить это очень сложно, но хотя бы сделать видимость ее и как-то задрапировать дефект, вот таким образом получается. Ну, я уже не говорю о полировке и прочем, просто речь идет о том, что вот решил наделать вот таких пробойничков для того, чтобы более удобно было разбивать дефекты. Ну все, всем пока-пока, до новых встреч.